Полищук Александр, команда Дизайн Фасад, да. Подскажите, поделитесь впечатлениями от игры, как у вас получилось осуществить задуманное. Сегодня какая-то сильная игра от Сокера. Ну, очень много вы сил потратили на то, чтобы забить свои мячи. Да, ну, у нас с Сокером всегда игры напряжені. Даже когда мы 9-1 не проигрывали, но все равно напряжені игры были. То есть, ну, мы стараемся играть. Ну, хлопці показують доволі такий, як на мене, в нашій групі один із пристойніших самих футболів, то есть, з поняттям, з пасом, забігами. То есть, з ними завжди інтересно грати. Плюс нам в восьмірні, там, чи скільки ми там, 8 ігор з ними зіграли, 8 програли. Це перше таке, що виграли. Типу, почин хотілося вже, за 8 ігор задовбалися постійно проігрувати пацанам. Я понял. Подскажите, какие-то предикшены на уже на будущее, у нас завершился первый тур чемпионата. Какие у вас дальше какие-то планы? Может у кого-то взять реванш? Та реванш нам половину надо брать. Ну, будем настраиваться на каждую игру индивидуально, то есть задача идти в каждой игре показывать хороший футбол, то есть стараться выиграть все свои оставшиеся игры, не потерять очки, ну а там будет видно, как оно выйдет. Спасибо. Спасибо. Итак.